Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет бомж-обед. Короче, купил я тушенку. Эта тушенка стоит 25 рублей. Но в начале ролика вы видели, да? Я специально снял ценники для вас, чтобы вы не сомневались, сколько она стоит. Вот, короче, там продавалась как... Ну, это я покупал в фикс-прайсе. Вот, и там за 50 рублей продают две банки. То есть, одна банка стоит 25 рублей. Вот. Вот такая вот тушенка, называется хорошо, написано кусковая говяжья. Ну, конечно, тут мяса нету, это 100%. Ну, почитаем ради интереса состав, да? Так, консервы кусковые стерилизованные, состав, белок соевый, текстурированный, говядина, жир говяжий, вода питьевая, лук репчатый. Крупа манная, соль поваренная пищевая, перец черный, стабилизатор, кардиган-краситель пищевой ферментированный, ферментированный рис, лист лавровый. Вот написано консервы, мясо растительное. Видите, тут даже указывается, что есть говядина и жир говяжий. Посмотрим сейчас. Посмотрим, друзья. Вот такая вот баночка тушенки. Сейчас я ее открою. Друзья, ну вот я ее открыл. Вот как она выглядит. Вроде бы куски мяса. Вот. В каком-то таком... Непонятно в какой-то жидкости. Куски мяса залиты какой-то жидкостью. Вот, но сейчас будем кушать с вами. В общем, друзья, приятного вам аппетита. Это у нас будет бомж-обед за 25 рублей. Ну что, друзья, давайте будем кушать. Вот такая вот баночка. Вот, начнем пробовать. Я себе тут хлеб поджигай намазал, чтобы вкуснее казалось. Друзья, короче, по вкусу обычное соевое мясо. То, что тут пишут, что говядина есть, жир. Никакая говядина тут не чувствуется. Обыкновенное соевое мясо. Я ел как-то соевое мясо, и вот оно было вот такое по вкусу. Такой вот бомж-обед за 25 рублей. Ну так, как вам сказать, с голодухи можно поесть. Блин, вот прикиньте, ее в магазине продают по 25 рублей, да? Насколько ее себестоимость вообще? Сама банка тоже же чего-то стоит, да? Это жесть. Плюс вот это соевое мясо тоже каких-то денег стоит.
Не, ну я говорю, если очень голодным, можно поесть. Конечно, понятно, что тут мяса и близко нету. Чисто соевое мясо. Но жир тут немного есть, вот видите. Только не знаю, какой он, говяжий или какой жир. Ну, так, конечно, да, по большому счету, если даже денег нет, лучше там за 50 рублей купить десяток яиц и пожарить себе 5 яиц и наешься именно настоящей вкусной еды, чем вот эту хрень есть. Ну все, все, съел, тут осталась одна вода какая-то. Вот, друзья, это был вот такой вот бомж-обед за 25 рублей. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал. Всем буду очень рад. Пишите комментарии. Ну и до новых встреч. Увидимся, друзья. Все, пока. Пока-пока.